Здравствуйте, о погоде на четверг. Сегодня погоду на Урале будет определять обширный циклон. В средней полосе по-прежнему тепло и солнечно. А вот юг и север региона затянет облаками. Там пройдут ливни с грозами. В Челябинской области переменная облачность, местами дожди. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. О температуре в городах. В Верхнем Уфалее и Южноуральске 23 градуса тепла. В Златоусте и Троицке плюс 24. Такая же температура и в Карталах. В Сатке плюс 25, теплее всего в Магнитогорске, плюс 26. В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Дневная температура в городе 24-26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Данные от Центрофобос. Хорошего настроения и удачного дня!